Вовремя лечь и проснуться без спешки – вот залог хорошего дня, говорят специалисты. Впрочем, даже если не получилось пораньше отправиться в постель, можно подгадать время пробуждения, чтобы быть бодрыми и свежими. А вот от спешки по утрам лучше отказаться совсем. Лучше заводить будильник на 15 минут раньше. Нужно подгадать цикл сна. То есть цикл сна длится 1,5 часа. Поэтому вы заснули, если в 12 часов, то лучше встать в 6 часов, чем в 7. Соответственно, лучше, если температура в комнате будет не очень высокой, если вас разбудит не настойчивый, резкий звук будильника, приятная для вас мелодия. Существует период перехода от сна к бодрствованию. То есть, когда организм просыпается, желательно не вскакивать с кровати резко и быстро, а на несколько секунд замереть и потянуться. Потянуться ногами, потянуться руками, глубоко вздохнуть, почувствовать каждую свою мышцу тела, чтобы организм перешел на режим бодрствования. И потом, как только вы встали, конечно же, желательно минуту-две посвятить утренней гимнастике. Этим вы улучшите кровоснабжение, поднимете настроение, выделите эндорфины, которые сделают ваш день счастливым и радостным.